Еще три больницы модульного типа готовы к эксплуатации. Это имеет очень важное значение в борьбе с распространением пандемии COVID-19 в нашей стране. С сооружением больниц модульного типа система здравоохранения страны получит дополнительный резерв 2000 коек. Президент Ильхам Алиев был проинформирован, что одна из трех больниц модульного типа прикреплена к 28-й объединенной городской больнице в поселке Белья, а две другие – к первой городской больнице в Сумгаите и больнице в поселке Сарая Широнского района. Эти трехкорпусные больничные комплексы со всеми условиями, располагающие в общей сложности 100 палатами и 200 койками, оснащены централизованной системой генерации кислорода. Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с врачебным персоналом. После этого посредством видеосвязи состоялось открытие больниц модульного типа, прикрепленных к первой городской больнице в Сумгаите и больнице в поселке Сарая Широнского района. Отметим, что первая подобная больница была введена в эксплуатацию в столице 7 мая. Еще 6 комплексов планируется построить и ввести в эксплуатацию в регионах.